Привет, привет, мои дорогие ребят. Сейчас знаете что? Мы с вами. Ну, я вот как пройти? Я сегодня выпустила небольшую, ну, статья там или что-то с рецептами. Если вдруг к вам неожиданно пришли гости. А этот салат, ну, там не на праздничный стол, а просто даже. Этот салат тоже вас всегда выручит. А нужно-то, ну, я возьму половину банки. Зеленый горошек. Можно просто зеленый горошек. Отварила два яйца, ну, варила я вот тут вот уже прям вот слюни текут. Хочу вот это вот. Прям чуть-чуть не доварила. И, естественно, майонез. Кто хочет, можете порезать лучка. Это для любителя. Ну, я уже говорила, записывала. Я богатая. Я уже записывала видео, ребят. Я говорила, что в такого... Я во многие не кладу лук-салаты, да? Допустим, в крабовые палочки я могу без лука положить. В капусту вот просто вот там, ну, когда соленая или маринованная капуста. Я просто так... Я могу посластить. Ну, я тут отрежу. Но посластить, маслицем помазать, но лук я не кладу. И что делаем? Мы рубаем яйца. Быстренько, быстренько. Хотите, трите на терке, ну... И зеленый горошек-то я... Вот как бы, вы знаете, вот на, в охоточку, в принципе. Я очень... Ой, ну там у меня есть едаки. Я уж поднимать не буду. Ну или хотя могу с ней поругаться, сказать, я потом сожру. В охоточку прям, да? Поэтому я прям очень захотела. Да еще такой он красивый, да? Вот такой... Его видно весь. Я прям честно очень захотела. Так вот, порубали яйца. Ну, это яйца не капуста, но все равно. Миллион призвали. Все, что рубаем, мешок денег призываем всегда. Ну, и ничего страшного. Яйца порублены. Если вас много, да, там большая семья, ну, у меня все валится, конечно. Я думаю, что чистый пол все равно мне обеспечен. Берете горошек. Дай бог силы открыть. Ой. Если он не открывается, под горячую воду. И все откроется легко. Все. Ну, естественно, без жидкости, да? Зачем нам лишняя жидкость? А тут еще с фасолью что-то такое. Или стручки. Слушайте, обалденно вкусный. Я уж туда не буду вилкой, потому что я полбанки где-то. Ой. Ну, и посолить осталось. И майонеза. Ты горох хочешь? Будешь горох? Вот такой у меня бедный пакетик майонеза. А Юля где у нас? А, вон она спит. Еще одна. Я ее ругаю, кстати. У меня Юлька так уже не наглеет. Ну и майонез сколько есть. Ну вы посмотрите на нее. Посолим. Перемешаем. Берем хлебушка. И... Кстати, на пост, да, горошек без яиц и постный майонез, кто постится. Удачно прям будет. Вкусно. Кто-то делает вот из этой жидкости майонез. Хотя можно попробовать. А теперь приглашаю на мукбанг. Обалденно. Горох вкуснейший. Так что увидимся на мукбанге. Всех обняла. Пока-пока.